Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать вам про контрафактную продукцию, которая существует на рынке в России. То есть это подделка под живую плитку, которую изготавливает компания 3DVL. То есть компания 3DVL существует достаточно давно. Вот. В нижней части непосредственно у нас указано время, когда была зарегистрирована компания, то есть это 2009 год. Вот, соответственно, с тех времен наше юрлицо существует, и мы производим живую плитку с постоянно меняющимся рисунком, или другими словами, интерактивное покрытие. Вот, в разделе непосредственно о живой плитке рассказано, какие бренды в свое время существовали, и существует, вернее, представлен пример то непосредственно, как выглядит живая плитка, также видео и так далее. Так вот, суть в том, что я хотел бы рассказать вам про подделку, да, то есть вот есть непосредственно сайт «Мир без границ», вот, и на нем представлена контрафактная продукция, маты с цветным гелем, но по факту это живая плитка, или там жидкая плитка, или интерактивная плитка, другими словами. То есть это китайская подделка, которую в свое время, то есть мы завод 3 года назад в Гуанчжоу закрыли, но до сих пор на складах где-то эта плитка валяется, и народ пытается ее как-то продать, скажем так, да, как бы, то есть цена такой плитки выходит примерно там 4700-4800, вот, наша продукция стоит там 7500 рублей. Вот, хотел бы акцентировать ваше внимание, что данная продукция на данном сайте является контрафактной, то есть она является подделкой, и она абсолютно никаких гарантий под собой не несет. То есть 100% она через год у вас протечет, и как бы куда вы пойдете после этого, непонятно. Вот, мы созвонились с этой компанией, и они нам ничего внятного не смогли ответить, как бы, вот, что будет дальше, не знаю, но мы хотели бы вот довести до сведения наших потенциальных или существующих клиентов, что существует вот такая компания, и существует непосредственно такая позиция. Не факт, что она вообще у них есть, но как бы вот таким образом они вводят в заблуждение клиентов и предлагают такую вот подделку низкого качества.